С сегодняшнего дня в торговом центре «Море Молл» официально открыт офис продаж билетов компании «Аэрофлота». График работы филиала с 10 до 18 часов ежедневно. Небольшая точка, в которой работает два оператора, с трудом успевает обслуживать всех желающих, рассказывают посетители. Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил офис и пообщался с покупателями авиабилетов, выслушал их предложения и узнал о том, с какими трудностями людям пришлось столкнуться. Вот то, что сегодня пообщались с жителями региона, которые пришли за билетами. Есть, конечно, пожелания. Во-первых, конечно, медленно оформляется. Но когда в очереди сидишь, всегда кажется, что тот товарищ, который впереди тебя, значит, задает достаточно много легких, мягко говоря, вопросов. Ну, так всегда почему-то кажется, когда касается не себя лично. Но в чем люди правы, значит, когда возникает такой наплыв, ну, необходимо, наверное, место для ожидания. Я переговорю еще и с собственниками торгового центра, ну, дополнительно лавки просто поставить, значит, чтобы люди могли посидеть. Во-первых, мебель еще идет, вот мне доложили представители «Аэрофлота». После комментария Сергея Носова офис оборудовали дополнительными местами для размещения ожидающих. Теперь главным вопросом остается скорость обслуживания кассы и всех желающих. По словам губернатора, если и в дальнейшем спрос на услуги будет велик, есть вероятность открытия еще одной точки продаж. Единственное, что хочется сказать, огромное спасибо губернатору, что не пришлось ехать на 56-й. Дело все связано с ваучерами. В прошлом году мы не смогли полететь из-за эпидемии. Поэтому оформили возврат и теперь реализовали эти ваучеры. Вот, все быстро, четко, девушки работают изумительно. По словам покупателей, возможность приобрести билеты, при этом не тратить время на дорогу в аэропорт и обратно, является основным преимуществом новой авиакассы.